Всем привет, ребят, с вами Луки, и сегодня мы будем выживать в зомби-апокалипсисе в Stick War Legacy, ребятки. Как увидели мой плейлист, ребятки, мы вызовем 50 золотых капитанов, у нас уже 35-я ночь. Так, давайте это прокачаем, и вот сюда, так. У нас не так много чего осталось. И дальше, ребятки, мы вот сюда идем. У нас осталось 25 золотых капитонов. Мы должны выжить, стать лидером, ребятки, в этой игре, на какого-то места, ребятки. Так, из-под земли выходят зомби. Вообще даже не знаю, как это назвать, но они реально крутые. Но мы тоже можем выжить из этих зомби. Но пока что мы этого не будем делать. Так, у них там зомби, которые кидаются гнилым плотью, ребятки. Обратно из-под земли вышли. У них гигантские капитоны зомби. И еще обычные зомби, ребятки, гиганты. Они очень сильные, особенно этот капитон, ребятки. Так, они сейчас сломают. И на тебе! Всем нападать! За луки! Давайте, давайте, давайте! О, как они меня быстро уничтожают! И я даже 5 ударов, можно сказать, не смог сделать, ребятки. Так, этих убил. О, у них еще прокончики вышли. Да, прокончики. Такие, так, ребятки, давайте маги. Маги, юниты там. Ого, еще быстро уничтожили. Да, сейчас мы точно проиграем. Ночь заканчивается, утро проходит. Так. Так, давайте вот сюда. И ой-ой-ой, у нас мало хп. Да мы. Ой, блин, зачем мы спины им показали? Теперь мы даже не успели спинку пока, точнее, уничтожить. Даже удар сзади не смогли сделать. Так, давайте вызовем эту корону. И мага, на тебе! Так, они сейчас обратно, как обычно, уничтожат сразу. Так, здесь мы много не потратим всяких корон и бустов. Потому что, ребятки, сейчас мы проиграем, наверное. Если мы еще вроде вызвали кронолазер. И, ребятки, если мы сейчас просто проиграем, не успеем нажать кронолазер, то все. Прощай это. Вау, ребятки, видели? Прям быстро, сейчас бы, за секунду бы уничтожились. Блин, зачем? Ах, нет. Если бы мы бы не вызвали бы буст, тогда бы нам бы ничего не выпало. Так, 10 кристалликов и 151 кристаллик, ребятки, нам остался. Так, давайте это прокачаем и yes жмем. Так, ребятки, давайте. У нас один капитан остался. Это обычный капитан. Ладно, давайте в честь 36 ночи возьмем 1, 2, 3. Сколько мы вызвали? 1, 2, 3, 4, 5 золотых капитон. Это получается 300, 600, 900, 1200, 1500 кристаллов, ребятки. Много мы, ребятки, кристаллов уже потратили. Только что. И тут обычные зомбарики и один гигант. Так, давайте будем золотого крутого капитона, который сейчас в этой ночи несколько сейчас уничтожится быстро. Так, у них 2 гиганта, 3 даже гиганта. Сзади там, наверное, еще есть. Так, берем это копье, так, вот все нам выдали. И кидаем, да еще на тебе, 1260 урона снес, минус 1 золотой капитан. И сейчас еще минус 2 золотых капитана будет. Потому что у них очень мало хп, хотя если мы отступим, не можем вот так бегать, то у нас есть шансы, ребятки, чтобы мы не потратили много бустов всяких. Так, вот так бегаем, вот так бегаем. Ну, так мы долго, ребятки, не протянем. Ведь у нас уже очень-очень-очень-очень-очень мало хп, ребятки. Так, давайте сюда, вот здесь вот так. Так, на тебе. На тебе. Так, валим отсюда. Ладно, кронолазер пора включать, потому что по-любому мы уже проиграем. Нет, не уничтожился золотой капитан. Нет. Минус золотой. А, стоп, он еще выжил. Да, минус золотой, минус 3 золотых капитона. Все, уничтожились. Нам подкрепление этот дедуля выдал. Спасибо, дедуля. Еще мы корону потратили, лазер. Блин, ну это очень трудно, ребятки. Уходите, зомбарики, ребятки. Еще кронолазер вызовем. А то сейчас бы мы уничтожились бы. Ладно, все наше подкрепление не уничтожилось. Проиграло. И они сами отступают. Наконец-то плюс 10 кристаллов. И у нас уже, внимание, 161 кристаллик. Ребятки, так еще вот это прокачиваем. И я жмем обратно. Так,
37-я ночь, у нас ничего нет. У нас просто, ребятки, пустота тут. Просто пустота, ребятки. Прикиньте, ладно, давайте два рудокопа заспавним. Так, ждем, так. Еще тут, вау! Еще мы вызвали. И у них какие-то зомби из-под земли, которые вышли. Какие-то крутые такие. Суперские, ребятки. Так, давайте, знаете, я буду сейчас за великана. Сейчас всех уничтожу. Кстати, ребятки, мы еще вызовем примерно грифона в этом видео. Точнее, в серии. И, ребятки, надеюсь, наш грифон быстро не уничтожится. А то грифон это как, можно сказать, 4 золотых капитона. А, да. Ну, почти, ребятки. Ну, да. 1200. Ну, даже больше, ребятки. Ладно, так, ждем. Так, нате, они уже разрушили стену. Нате. Я не сдамся. Получайте. Блин, они быстро уничтожили. Так, лучник, давай несколько ударов еще сделать. Выживи. Блин, быстро уничтожился. И обратно придется корону лазер, ребятки, впустить. Так, побыстрее уходите, эти зомбарики. Так, быстрее лучник тоже спався. Так, опа, хопа, все, у нас еще теперь есть на замке, которые защищают, короче. Давайте, король лазер, давай. Так, уничтожь всех. Мы станем лидером. Так, так, давайте. Корона лазер, ты сможешь так. Ночи, заканчивайся. Давай, быстрее. Так, быстрее, ребятки. А вы не забудьте подписку и лайки, и колокольчик, чтобы не пропустить мои новые, ребятки, видео. Так, все, они вступили на найс. И плюс еще ты еще 10 кристаллов, у нас уже там один сундучок, ребятки, но мы пока что не будем его открывать. Ладно, ребятки, давайте вот так покажем. И ладно, по приколу просто откроем, ребятки. Это, конечно, не прикол. Так, грифон. Или золотой купидон. Ну, блин, ну не очень сильно, ребятки, повезло. Вообще, можно сказать, нам не повезло. Так, ночь 338-я. Ребятки, два лучника осталось. Так. Так, у них пока что один зомбарик. И мы еще вызовем. Ребятки, у них боссы вышли какие-то. У нас раз... Все, ребятки, мы создали грифон. Раз, два, три, четыре... 5 золотых капитанов. И плюс один грифон. И плюс 2 рудокопа. И плюс 2 лучника. Надеюсь, наша армия так быстро не уничтожится. И не пострадает. Ой, еще давайте большого этого капитана вызовем, ребятки. Как в 12-м ночи, точнее, не ночи, а, ну, ты уже выигрываешь, короче. Давайте. Так, наки, получайте. Сейчас всех я уничтожу. Я грифона лук, ребят. Сейчас я всех уничтожу. Я этот грифона лук, давайте. И этот копелук. Давайте, и зололук. Прикольно. Ладно, лучше на лук. Давайте все луки там, короче, луки. Так, уничтожайте всех. Так, у нас уже грифоны, не так много здоровья осталось. Так, ребятки, силу капитана вызываем, чтобы они что-то хоть сделали, наши капитаны. Так, еще. А, ребятки, мафика у грифона. Так, ребятки, нужно быстренько купить эту спасательную так штучку. Давай, грифон, живи. А что мне, можно сказать, ничего не прибавилось? Просто так и, как и было, так и осталось. Блин, ну сейчас можно уничтожить? Ладно, ребятки, давайте отступим немножечко. Так, выживи, грифон. Уходите, зомбари, уходите. Так, этот капитан гигантский выживет тоже. Так, и нас они выжили, наши ребятки. У грифона прям немножко здоровья осталось. И у нас уже 31 кристаллик.
Вот эту прокачку на 500 ставим. И у нас 39-й, ребятки. Так, у нас остался один грифончик. Давайте еще одного золотого капитана составим, точнее два. Так, у нас уже, внимание, 4 золотых капитана. И один гигант капитан. И один грифон, и один великан обычный. Вот только посмотрите, вот обычный маленький грифон, великан. По сравнению грифона. Давайте возьмем вот таких зомби. Так, он просто на несколько раз просто больше его оружия. Даже землетрясение нам много больше. Я не понимаю, почему он такой маленький, а грифон такой большой. Хотя грифон очень дорого стоит. Вот почему. Так, пока что тут обычные зомбарики, которые прыгают. Ну, это же миссии всякие ночь. Так, грифон, надеюсь, в этом ночи тоже выживет. А то, ребятки, будет жалко этого грифона лука. Но уже у нас очень мало ХП осталось, ребятки. И мы давайте вызовем пока что этого кронолазера на всякий случай. Вдруг они там, ребятки. А, да, они. Грифон уничтожился и большой капитан, ребятки. Блин, в этом ночи минус тысячи. Ну, 3000 примерно, ребятки. Еще плюс кронолазер. 4К, ребятки, потратилось в этом ночи. Это очень много, ребятки. Надеюсь, такого еще не повторится, ребятки, чтобы мы столько потратили. Давайте отступайте, зомби. Отступайте, все, уже день скоро настанет. Отступайте, у вас нет шансов. Ну или у меня, ребятки. Но мы не будем сдаваться. И еще вызываем коронолазер. И у нас уже великан заспавнился. Давайте пока что еще попробуем. О, давайте за великаном пока что будем управлять. На тебе, на боты. Знаете, боты, там эти зомбарики, они боты теперь. Так, все, они отступают, ну, что я коронолазер еще заспавнил. Ну, ладно, теперь у нас 41 кристаллик. И еще, если жмем, и вот это, и вот это, и вот это. Так, вот это, и вот это. Ну, и так, еще так. Так, ладно, ой. Итак, ребятки, уже, ребятки, мы будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Улоки. Всем пока!